Вы не удивляйтесь, но любимое пиво Гарика, дегустация Миллер, такого не было никогда. Но у Миллера, он и в Африке Миллер. Надо дегустировать. Времени осталось немного. До электрички 10 минут. Смотрите, какая панорама. Это вам не панорама городов. Это панорама сгоревшей архитектурной достопримечательности, в общем-то. В общем-то, это легкое пиво, по идее. Вот оно такое выглядит, смотрите, видите? Ну, не очень легкое, да, но легковатое. Вот. Сейчас мы его скроем в футболку и продегустируем. Вот оно открыто. Соответственно, да, видите? Пена есть, запах. Если честно, я скажу, запах дешевого пойла какого-то вообще жуткого. Вот так вот, господа. Запах дешевого пойла. Как вот эта яма. Вот эта яма, наверное, пахнет точно так же. Как вот это дешевое пойло. Опять там электричка едет, надоели. Ну да ладно. На запах троечка, короче. У Миллера троечка на запах. А на вкус оно как стандартный хуйникин, короче. Как стандартный хуйникин. Выф. Смотрите, где я лазю вообще. Там подвалище. Тут спуск, да, вот тут подвал, да, спуск. И там подвал, а вот тут только чуть-чуть обвалился. И вот там вот за деревьями яма. Вот, господа. Где я только не лазю. В таком месте я прям себя не ожидал. В своей жизни. Ладно, сюда ставлю. А главное, на противоположной стороне точно такое же, но действующее, да, и под охраной. Вот. Вот. Притом, видите, постройка какого года, да? А вон там вот какие-то цементные панели. Представляете? И это вообще супер для такой архитектуры. Ну-ка. Просто как, знаете, уровень в третьем воре, когда как вот эта крыша, как это, да, у язычников уровень. Вот такая же крыша там. И там по ней лазим вором. Просто сгоревшая крыша, и там по ней лазим. Вот. Вот такой вот. Такая вот хрень, да? Ладно, тащим-то. Дегустация продолжается. Тащим-то, мне придется спуститься сюда, чтобы никто мне не мешал. А то мне мешает, похоже, там идут от станции. И мне мешают. А я не люблю, когда мне мешают. Вот, я люблю, когда мне позволяют снимать. Все, что можно. Вот там, кстати, какая-то узкая дверь, смотрите. Не вот этот провал, смотрите. А вот там он.
Видите, дверь одна, и вторая вообще узкая какая-то. То есть она была забаррикадирована изначально. Никто через нее не мог пролезть, по идее. Вот через эту дверь могли пролезть, а вон та вот рассчитана была, что там будет. Но ее так и не было, поскольку она была залочена. Вот. Вот, кстати, даже провода сохранились, смотрите. Провод стоит от этой хрени. А вот что в этом доме было. Зеленый диван. И напротив него зеленое кресло. Вот так вот. Оригинал-то или нет, не знаю. Дальше пойдем. Тут была терраска, скорее всего. Но она состояла из мелких досок, поэтому ничего не сохранилось в этой терраске. Господа. Вот, и крыша терраски рухнула просто вот. Хаба. Извините. Я лоханулся. Вот. Да надоел ты ездить-то. Вот, видите там. Чего только нет. Но там современные какие-то смесители, да, краны. А вот тут, видите, вот такое. Это никогда не было дверью, скорее всего. Это лажа, что это было дверью. Как и то, что тут был провод интернета. Тут еще места такие до проведения интернета были, да? Вот, кстати, видите? Пристройки тут были какие-то. Тоже сгоревшие насмерть. Вот. Смотрите. Вот тут это кирпичная кладка. И сбоку тоже кирпичная кладка. Может, водопровод? Тут водопровод, может, был. Может, еще какой-то вход, просто водопровод. Или забор, вот. И тут не ширяются, да? Чуть-чуть, да? Ну, чуть может поширяться, ладно. Я разрешил. Но не себе. Себе я запретил. Вот то же самое, смотрите. Вот, видите? Тоже вон оттуда. Да, вот сюда. Вот. Кирпичная кладка. И там, соответственно, смотрите, видите, что происходит. Окна. Вот в этом месте только окна. Там что-то разрыто. Просто обвалилось, скорее всего. Но тут только окна были. То есть вот в этом помещении были только окна. Возможно, они были на чердаке, просто чердак обвалился. И лежали запасные вот эти стекла. Хотя это был музей такой, я насколько понимаю. Это был, насколько я понимаю, музей. Под таким, под открытым небом. Достаточно под открытым. Вот дальше прорезаем. Вот, это тоже панель. Тоже часть дома. И значит, это было все достаточно большое. Вот видите? Тут доска идет. Тут дальше фундамент идет. Вот, на электричку я опоздал. Ушла электричка, похоже. Да хрен с ней. Я туда вылезу, потом пойду. Вот. Вот это все, то есть был дом, да? Был не один дом, а больше. Были пристройки и все такое. В каком году только? Смотрите. Тут мусорка та еще. И все такие остатки, да, там дальше. Вот там, там. То есть остатки от этого фундамента, они идут дальше на много там метров. Я как-то думал, что тут был один дом всего.
Ничего подобного. Тут было, похоже, дофига домов. Более чем дофига. Так. Сюда. Сюда вернемся. Тут поднимемся. Вот. Вот она. Еще фундамент. Очень много фундамента. Давайте туда пойдем. Вот еще. Даже алюминиевую трубу выкинули. Какую-то рейку. Это алюминиум. Или пластик. Нет, алюминиум бы не выкинули, это пластик. Вот еще, еще там. Но боюсь, мы туда не пройдем. Можем только показать вон там. Там тоже еще стена. Тоже кирпичная. Вечно я лазю где-то в жопе, да? Господа. Вот. Тут какая-то небольшая коморка была такая. Вот видите, кирпич, кирпич, кирпич. Спускаемся. Вот. Смотрите. Панели. Меня вот пугают вот эти цементные панели. По идее, они не могли быть в старом здании в таком. Потому что говорят, что это здание 1000 какого-то там 800-го года. То есть Пушкин еще был жив, когда оно стояло. Но современные вот эти, да, цемент, кирпичи на отъебись, да, запиленные, цементные панели, как из перестройки какой-то, не знаю, с 50-го года минимум. Меня это пугает. Кажется, кто-то врет. И кажется, это общество по охране вот этой вот хрени, да, врет. Так, ну и тычка ушла, ладно. Так, вот я пролез еще дальше. Вот эти вот панели продолжаются, да. Вот. И стенки тоже. Ну и на том кончается, да, вот конец участка, похоже. Вот еще одна стена. Вот это вот реально старая стена. Вот реально старая стена впереди, смотрите. Вот. И все. Хотя, в общем, то же самое, да, вот новое. Вот новое, а вон стены старые, которых не видно там. Одно и то же. То есть это был особняк, нифига себе, да? По своей сути. А Миллер пил говно, короче, да? Невкусно ни хера. Пью, давлюсь, короче, да? Еще допью. Допью и пойду. Вон тоже точно самое, да? Стены, панели. Точно так же везде тут. Тут каждый сантиметр такая же крошка, да? Стены, панели, такая же крошка. Вот тут такая хрень.
И вон такие же панели, да, цементные, которые я показывал. Тут их нету особо, но кое-где они есть, вон они. Вон старая цементная панель. Вот она. Вот-вот-вот, по центру я держу ее, вот она. Панель из цемента, да, вот такая вот она длинная лежит. Так что, господа, пока. Не пейте пиво Миллер. Оно на 2,5 тянет, 2 с плюсом, как сказал бы Гарик. Ожиданий не оправдывает. Особенно, когда оно стоит 70 рублей. А когда 50, оно, ну, может, тройку тянет. Вот. Пока.